Не хватило. Пошла флешка, мув, забыли прочекать. И такой не очень хороший размен. Равный 2 в 2, 3 в 3 ситуация. Ну, знаешь, шансы остаются. 2 -2. Минус от арта. Ксерата забирает твоего эндера. Последний бумыч. Знаешь, как все это время патронов? Бумыч находился в коврах и ничего не сделал. Первый минус есть, остается арт. Но времени не так уже много. Дефьюз-киты есть у Бумыча, это хорошие новости. Арт. Арт. Арт, выйди. Да ладно, Бумыч. Просто это даже не ниндзю-дефьюз. Ой-ой. Нет, нет. Бумыч видит первого. Не будет стрелять, все четко делает Кирилл. Должен заметить второго. Первый, второй, идеально. В 4 ЦЗ-шки один тег 9, по раскидке, попытка выхода на базу Б. И здесь пока что справляются. Винстрайки, 2 минуса от твоего эндера. Тут уже все, и это простейший раунд для Винстрайк, 5-0. Вот, обезоружить этих парней будет сложно. Здесь смог и диффузы, ну, посмотрим. Хаешечка. Неужели еще один будет диффуз от Винстрайк? Да, 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 это он. Доли секунды не хватает. Если сейчас Норберту спину дадут, а тут не просто портится апдауна, залетело. Два смока и флешка, все, что есть у защиты. Нет диффузов, нет Вини. Но Юрий отвечает неплохо. Так, ну что, Квик, попытка выхода из ямы. Пока что без поддержки тиммейтов. Заметил за искрой соперника, но минусы сделать не удалось. Так, бомба в центре, поднимается с подвала. Также игрок, пока что коннектор закрыт смоком. Пойдут, да, пойдут, видимо, была инфа, то, что красный, но не тот угол. Да что ты делаешь, Юрий? У тебя 13 хп, и он еще 2 фрага приносит. Раунд выиграть оппозицию, вот пытался себе качественную занять. Ох, Бумыч, отличное начало. Да если бы третьему залетело, это было бы просто невероятно. Последний эйбл. Которого заметили. Нет, не заметили. Нет. Пока что информации нет, эйбл отмораживается. Показалось, что Квик обратил знаешь, внимание. Он может показать нам какой-то, ну, интересный прием. 2 минуса есть. Но еще 3. А что дальше? Еще 3 фуловых. UMP-шка. 6 патронов, 3 минус, а вот это уже становится интересным. Так, а как он там один оказался, они вдвоем просто выйти на размен нужно было и задавить. А вот оставлять 1 в 2 на пленте Б, где тут можно побонсоваться против двух игроков, это, конечно, может быть ошибка. Так, да ладно! Квадрокилл. Есть информация по последнему, новый Лендер не прощает.